Всем привет, с вами Дарк, а это сайт удобный, чтобы мысли формулировать на английском. Вот второй сайт для перевода. Например, вам надо, например, слово узнать, какой больше смысл подходит с английского на русский, потому что это более как бы английский сайт, чем русские дословности выдают. А, вот. Поэтому он в этом классный. World Hunt. Ну, тут он не вуд, кто-то писал, просто надо букву лишнюю убрать, не знаю почему, зачем она тут вообще есть. World Hunt. Ну, слово охотника, как бы переводится. World Hunt. Зачем тут буквы ууу написали? Не знаю. Вот. Пишите, типа, ну, например, ну, вот. URL. С ошибками я сейчас могу написать, потому что. URL вроде. Блять, забыл. Ну, что-нибудь другое напишу, например. Бэй. Море. Бухта. Залив. Ну вот. И вот смотрите, вот здесь вот дохуя, и они больше относятся, видите, к переводу как. Вот это, конечно, не знаю. Последние слова тут, конечно, какая-то хуйня на русском. Вот это гнедой, переследователь, лань, льянь. Бухта за лифт, прилив переводится. Дальше вот здесь вот прилагательное, гнедой, каштановый цвет. Ну, не знаю. В зависимости, конечно, от контекста, возможно, где-нибудь. В общем, словности, когда вы текст хоть переводите, более как бы это не русский сайт, это более английский. Типа с английского на русский мысли у вас переводится. Поэтому он вот этим очень классный. А вот, теперь, да, сейчас напишем что-нибудь еще. Он сразу. Ответ, решение. Ответ, да, решение. Answer. 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 Правильно произносить британский. Answer. 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 Решение британский, английский, ну все знают, что немножко произношение относится. Ну и кто тупой, конечно, у кого первый А1 и спорит, что они типа знают английский, те, конечно, не знают, что британский немножко отличается, некоторые слова в акценте. Answer. Answer. Вот. Также тут вот и примерчики есть внизу, все удобно. Но вот теперь вот это. Divine answer question. Предугадать ответ на вопрос. Вот еще. Cue answer. Return. Take call. Ответь на телефонный звонок. Вот еще. Definite. Answer. В общем, сайт охрененный. В смысле на русской формулировать на английских. Ну, в общем, вот этим вот этот сайт хорош. Google переводчик, ну, не знаю. Но это потом будем разбирать. А пока вот этот разобрал с вами. Ну, все.